Привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Resident Evil Remake. Прохождение за Криса. Наливайте себе чаек, кофеек. Усаживайтесь поудобней. Мы будем вести трансляцию. Ну, не трансляцию, записи я буду вести. Ну и не забываем, кстати, ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Оставляйте ваши комментарии, пожелания под данным видео. Ну и вступайте в группу, в группы Наши 90 и ПК-59. Ссылочки все есть на моем канале. Также вы можете связаться со мной, пообщаться лично. Это все у меня есть на моем канале. В шляпе. Ну и всем еще раз привет и поехали! Ох, эти теплые деньки, жаркие. У меня даже жесткие кипят. За полтинник зашкаливают, бывает. Что у меня там? Блин, где там инвентарь? Такую кнопку. Ага. Так, с походу, мне сейчас пистолет-то не нужен будет совсем нахрен. Сейчас мы его выложим. Мы уже знаем, кто нас будет ждать, поджидать. А, мы же еще и растения не убили, все понятно. Я уже про это и забыл, что надо еще растения пригрохать, бляха-муха. Блять, как у меня мало всего. Это печаль, беда, ребят. Ну что, пойдемте растения грохать. Еще остается. Всех с прошедшими майскими праздниками, кстати. Топ-топ-топ. Мне кажется, или я что-то забыл? Я забыл травки взять. Ну чё, попробуем рискнуть и пройти растение без травки. Не знаю, что как получится. С такими-то темами. О, сейчас же еще надо пчелок отогнать. Бляха, муха. Пчелок, блядь, шершней ебучих. Пчелки, блядь, надо же, я еще так ласково назвал их, блядь. Этих мразей летающих. Блядь, вон они уже, сука, собрались. Шершняк ебаный. Держи, держи, быстрее забираем, бля. Бежим, Крис, блядь, бежим, сука. Оббегаем эту мразь, оббегаем эту мразь. Ого, круто мы всех оббежали, блядь, мы супер-супер. Быстрее открывай дверь, бля, заебись. Все суперски, бля. Все, ребят, шикардос. Ща мы там напшикаем, блядь, вам. Навоняем. Гондурасы. Нате вам. Получили. Дали бы мне спокойно ключ забрать и все. Так ведь нет. Им же надо доебаться. Вот, а я забыл этот. 5-6-3. Ох, бляха-муха. Нет. Блин. Ну еще лучше. 6 3 5. Хрен. Это возьму 6 10 5. Хрен, бля.
Сука. Начинается веселуха. Крис, ты бы хоть бы сам запомнил бы. Сейчас пойдем, блин, опять посматривать. Ну, зато травку заберем. Ништяк. Ништячок. Так, с украсного 3 реснички, все запомним. Вниз я не буду спускаться, мы и так поймем, сколько у зеленого. Тут без. Значит, у того 2. Пять, шесть, три. 5 оранжевый, 6 зеленый, красный 3. Блять. 5 оранжевый, зеленый 6, красный 3. Все. Запоминать надо, это прям трындец. В отличие от оригинала-то. Фух-фух-фух. Так, блядская дверь. С блядским механизмом. Так. Красный у нас был. 3. Зеленый. 5. Оранжевый 6. Чё, блядь? Чё оно, блядь, не открывается? Шесть оранжевых, это точно не запомню. Тупая дверь. Шесть, все верно. 5, 3, ну. 5. Что за дебилизм, блядь? Почему заджил сработал, закрыться не хочет? Блядь, какая-то херня. Вот еще красная травка была, сука. Ну, похер уже. Ух. Может, Ребекка эту дверь будет открывать? Уж не ему. Так, с лента. Охуен там, блядь. Ну и чё там, блядь, мы найдем полезного, интересного?
что там есть. О, ништячок. Что только здесь одно вот это было и все. Мыло и косметика. Здесь, блядь, везде амбрелла. Косметика от амбреллы, блядь. Даже как-то сыкотно было покупать бы. Ох, блядь, тут сколько матрюков. Гигантское растение разбивает стену, стая злой моли окружает его. Злая моль. Ваш обзор ограничен густым зарослями деревьев. Блин, злая моль. Блин, как-то забавно звучит, слушайте. Ну, это мы, блядь, знаем, это мы читали. Так, где-то наша книга. Сейчас мы их пиздрячим. Начнем девку собирать. Голую девчину. Так, блядь, походил вот туда. Сюда. Ногу девчины. Оба-на! Да. Вот это вот. Вот сюда нафиг. Уже начинает что-то сходиться. Но, блядь, надо. Вот это вот сюда. Так вот, да. Ща мы девчулю соберем. Мы же любим девушек. Должно сойтись. Сука. Значит, все надо было вообще вот, бля. Сейчас будем вот эту все перемещать с самого начала. Бляха-муха. За что, блядь, такое наказание, а? Аллилуйя. Ну, пойдемте к этому сраному растению. Чё, 3 бэка почему-то не пошла туда, и этот у меня закрыт. Странно как-то все. Ну вот, теперь и рыбак за рыбак будет, наверное, отлично. Крис! Рыбака, это бесполезно. Корни в подвале. Ты... Нет! Возьми этот документ. В нем инструкция по созданию яда, который убьет эту тварь. Крис! Ну что бы она из пистолета расстреляла бы, может, как 2 раза, если там прибить его. Ну, хотя 15 патронов, да. Это не хватит. Теперь, наверное, за нее вот и надо было дверь-то открывать, да? Три. Пять. Что, сука, ты мне мозг-то ебешь? Что за нахер? Мне кажется, или дверь тупо перестала работать.
Мне что, опять бежать, что ли? Дебилизм, блядь. Ребята, реально дебилизм. Зажил, все нормально сработало. Что за крис это, блядь, началось? Что-то аллергия меня достала уже тоже. Да пусть хватанет, блядь, разочек. Бесит это. Пять, шесть, три. Ага. Все, блядь. Пять. Оранжевый. Зеленый шесть. Красный три. Блядь, опять забыл. Сегодня что-то мне с памяти вообще. Зеленый шесть, все. Оранжевый пять. Оранжевый пять. Зеленый шесть. Оранжевый 5, зеленый 6, красный 3. Блять, сокращаем. Лишнее время тратим, блин. Все задрало. Бегать это лишнее. Ты три. Ты шесть. Ты пять. Вот, блядь. Цифры правильно запомнил, цвета нет. Первый плюс третий, четвертый плюс шестой, плюс шесть. Чем, блядь, а как их там нахрен создавать? Там ботаника нахер. Ага, тут они, блядь, чего так? Все уже забыл, как там желтые они. Так, ну ничего не надо, блядь. Обычные. Блядь, емкость забираем, конечно. Да, блядь. Смешиваем. Есть. 4 там плюс 6, по-моему, да? 4 плюс 6. Че у нас 6, блядь? Ты че? Желтый. Так.
смешиваю. Четыре плюс шесть. Семь плюс шесть, да? А, один плюс шесть. Один плюс шесть. Да, блядь. Так. У нас сейчас есть десятка и семерка. Десять плюс семь, семнадцать. Семнадцать плюс три. Ага. Плюс 3. Все, мы сделали. Мозги кипят и все. Вот прям. Думать даже нормально не можешь. Пошли, тумба-юмба. Дай бог все снова оббегать, что надо будет. Блять, прыгай. Причем в оригинале она здесь не уходила. Сука, не уходила. Вот, блять. Эх, не за Леона играем. Вот сейчас бы с этой высоты и шлеп только прыгнул бы. Отовсюду он в четвертой части безумец прыгает. Так, бля. Сколько лишней беготни. Ух, прямо. Ползи, ползи, давай. Рыбочка. Красавица. Миленькая девочка. Я бы с тобой бы порыбачился. Сука. Вот тут Настя мне говорила, что я рыбу не добил еще одну. Ну вот. Специально для тебя, Настя. Ты же хотела эту акулку. Блять, ты что, двери не видишь? Чё ты, сука, с ним тут граблями махаешь? Чем, блять, уменьшим твои грабли? Блять, ты бы и другие могла выбросить. Больше ничего нету. Пошли механизм управления системой резервуара. Он сломанный, не работает. И чё? А, ну что, тень отпустит? На нахер. Крис пизданулся. Более разозлилась.
плеваться. Закрылся бутон. Хотел меня облить еще. Ух ты, блядь, поебал. Ой, блядь. Я закрылся, сука. Ох, надо бегать. Ага, не дотянулся. Кондурасина. Я закрылся, блядь. Ну, закрылся, это сложнее. Ну, сейчас уйдет. Ох ты ж, блядь. Еще и что-то другое делает он. Гадой запустил. Да, блядь, еще и ебал. Более психованный. Смотри, я заджил. Че, блядь, ты Крис мажешь, что ли? Есть. Блядь, ну а шо он такой пустый. Желтый я проще его прибил. Ну там Берри помог, поджег его нахер. Читерство было. А вот за Крисом мы поняли. Тягостность, да. Да, был бы еще дробовичок Ричарда, нам было бы еще лучше. Но, увы, мы просрали Ричарда. Он у нас погиб от отравления. Не сражали его акула. Хотя бы за... О, Крис, о. Ты в порядке? Да. Кажется, проблема решена на корню. Я твой должник. Рада помочь. Ребекка, спасибо. Крис, это рация Ричарда. Не так давно была передача. Брэд летает неподалеку, но кажется, он не слышал меня. Хорошо, я возьму ее. Нужно как-то дать знать о нас Брэду. Я нашла фармацевтическую комнату. Думаю, что смогу найти что-нибудь полезное. Если понадоблюсь, я буду там. В любом случае, я рада, что ты цел. Да? Шла на комнату, вот, блядь, не надо было лечиться нам. Сейчас бы Ребекка нас подхпшила, походу, дела нормально тогда. Давайте к ней зайдем. Давай я зашел к купомации. Блин. В этой комнате есть все виды медикаментов. Я могу залечить любые раны. Хочешь, чтобы я залечила твои? Душевные. Че, есть пертяга? Душевную рану-то лечить. Да, если можно. Спасибо. Кто-то явно знает, как вести дела. Большинство медикаментов здесь из Амбреллы. Амбреллы? Ты не знал? Они финансируют это производство. Большую часть препаратов они сделали здесь. Прямо в Ракун-Сити. Домашние, да? Да. Зря я травку потратил. Ну, все уж. Что поделать. Я уже забыл, что Ребекка тут хпшить может. Ну, сейчас патронов у нас более-менее. Вескер? Крис, ты жив. Украл мою реплику. Где Джилл? Я думал, что ты с ней. Да, я знаю. Мы разминулись. Ясно. В любом случае, нам лучше поскорее выбраться, пока нас зомби не съели. Есть идея, Вескер? Нам надо разобраться. В этой ситуации. В том особняке исследованы далеко не все комнаты. Крис,
Ты должен проверить их еще раз. А я продолжу расследование здесь. Хорошо. Челок отстреливал. А в оригинале мог бы еще Пуфи Андрича отстреливать. Ну, Пуфи это я так пауков называю. Ну что, рискнем? Без аптечек, без травок. Это Крис, ты меня слышишь? Брэд! Черт! Сейчас тут, если каркуши опять сидят, значит мы просто бежим опять быстро. Постараемся их пробежать. У меня тут собаки лежат. Хуй с вами. Бывайте пока. Потом еще увидимся с вами, псинки. Бля, сейчас тут змейки. Ебучие змейки. Быстрее слазь. Есть. Фух, тут меня не укуснула ни одна змейка. Это уже гуд. То зачил-то меня всегда здесь кусала почему-то. Где собачки были, там еще травка лежала, но... Ну, сами понимаете. Важность битвы с собаками и травка — это... Это не так, скажу вам, нужно. Если там собака упадет, но укусит, блин. Та же травка-то и уйдет, блин. Ох ты. Гранатка. Тоже хорошо. Пользуйся этим, чтобы защититься от монстра, в целях которого не берет оружие. Я также починил дверную ручку, дабы ты смог уйти, Вескер. Спасибо тебе, Вескер, блядь. Тебе бы так оставляли оружие, блядь. Под пачку патронов, да гранатку. Для дробовика патронов, блядь. Вообще. Знаю, что сейчас будет в особняке твориться. Да. Наемский пожарный взял спрей. Потому что я знаю, что сейчас будет. Не дай боже. Меня покоцают. Нахер. Сука, он успел уебать еще. Патрона, блядь, потратил. На тебя, гондурасина. А маленький ключ таки я не нашел, чтобы там дверь открыть. Блядь. Это полный фарш. Мы знаем, что здесь есть хантер. Блядь, да сколько же тебе патронов-то надо? 3-4 патрона, блядь. Одного упыря такого. Тут. Че, нету, блядь, что ли? Фух, нету. Пока наверху никого. Ну и хорошо. Тут здесь хантеры, блядь, стали более дикие.
сравнению, как Зерджил это было. Даже ни один хантер не успел мне кацануть. Тут уже, блядь, лапами размахался один. Хорошенько так по мне. Ну и, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefrite987. С вами был Неф. Не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И также вступайте в наши группы. Наши 90 и ПК-59 только для жителей Перми. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock!